Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя Безумные Мутанты. С возвращением, естественно. Так, ну что у нас тут, ребята? Так, получили здесь награды. Ну давай, быстрее. Так, за 6-й канал. Так, здесь мы с тобой, ребята. Ну что, сейчас будем открывать с тобой паки и надеяться на то, что нам действительно что-нибудь путнее выпадет. Поехали. И первый это у нас Рафаэль. Ладно, допустим. Давай дальше двигаться. Микеланджело. Пока не то, что нужно, если честно. Так, Сплинтер, это уже хорошо. Сплинтер у нас в основной команде, поэтому... Так, Ирма. Тоже неплохо. Давай далее. Так, Кейси Джонс. Окей. Так, и последний. Это Кожеголовый. Так, ну что, ребят, теперь трехзвездочные пошли. Леонардо. Ну, так себе, если честно, так себе. Вот, Сплинтер, 109 в плюсике. Так, и последний. Опять Сплинтер, 72. Слушай, ну неплохо. Сплинтер у нас чуть-чуть прокачался. Я думаю, что это нам пойдет только на пользу. Так, заходим сюда. У нас сколько? 14 миллионов мутагена. 14. Так, кого будем прокачивать? Давай подумаем. Чингис. Так, это ладно. Может быть, нам Ирму? А зачем нам Ирма? Надо кого-то вот из этих докачать, прокачать. Может быть, Эйприл? Блин, я думал, что до 170 уровня у нас хватит мутагена. Ага. А на самом деле нифига. Так, здесь у нас что такое? Ресурсы, экономия, ивент. Так, забираем. Второй этап тоже забираем. Третий этап тоже. И четвертый. Так, окей. В логово зайдем, посмотрим, что у нас здесь есть на прокачку. Так, и я вижу мастерскую. Улучшили. Так, друзья мои, поднимаем здесь наградочки наши. Так, мастерская прокачалась. Улучшили комнату. Так, плюс мы с тобой получаем, блин, уровень. За это нам тоже полагаются награды, соответственно. Ну давай, не тупи, игра, что такое? Давай еще вылети мне. Нет, не стало влетать. Так, а на 59 уровне нам дадут с тобой 50 золотых панцирей. Хм. Заманчиво. Так, может быть, нам что-то здесь прокачать, а? Слушай, погоди-ка, а что у нас там по заданию следующее? Додзе, 55 уровень. Додзе, да? 55 уровень. Чуть-чуть не хватает, а? Ну ты посмотри. Так, ну здесь зато опять на событиях. Что-то мы с тобой получим сейчас. 100 синих кубков. Так, ну что, друзья мои, вроде бы как и все. Пора идти в приключения. Я не знаю, сможем ли мы здесь одолеть братьев, черепашек. Сейчас будем смотреть. Вот он, да-да, Леонардо. Именно на нем мы и остановились. Ой, сейчас будет тяжко, ребята, будет очень тяжко. Но у нас немножко... Тихо ты, зачем мне четвертая скорость? Сейчас будем смотреть. Блин, Рафаэль, ты достал, а? Так, что у нас тут происходит? Смотри, мы практически уничтожили Донателло. Практически, ребят. Чингис, ну что же ты не добил его, а? Ведь мог же. Так, ребят, пока не пойму, кто тут лидирует. По-моему, мы. Минус. Я думал, что Микеланджело мы сейчас уничтожим, но нет. Так, остается здесь кто? Микеланджело и Рафаэль. Ну, плюс Леонардо. А у нас уже минус трое. Да ладно, неужели опять всфейлились, а? Да ты посмотри, сколько у них брони. Я не могу, ребята, их пробить. Они Чингиза просто уничтожают.
плане. У них еще и Донателло остался жив. Нет, надо повторять бой. Это что такое творится? Ребят, я неделю, блин, собирал всякие вот эти вот штуки-дрюки, опыт и тому подобное. Думал, сейчас мы с ними справимся. Ага. А в итоге что получается? Что нифига не получается у нас. Да, это, конечно, что-то перебор, по-моему. Если мы с тобой, например, уничтожили бы как можно быстрее Донателло, он бы не смог, ребята, стакать им броню. Понимаешь, о чем я? Так, Эйприл. Кого-то ее саму застанили. Все, Роксиди уже как будто здесь и не было. Давай, 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 Шреддер, хотя бы Донателло уничтожь. Блин, мы уже и Сплинтера потеряли. Да что ты переключ... Все, тут фейл, друзья мои. И как вот это можно назвать, ребята? Как? Как они разбирают нас, а? Блин, у них... Ты посмотри, сколько у них, ребята. 117 тысяч мощей против моих 63,5. Я не знаю вообще, как здесь можно выиграть. Ума не приложу, просто. Бедный Сплинтер получает звездюлей только шорох. Он хоть и делает ускорение, но это бесполезно. Рафаэль, фиг пробьешь его. Опять у нас Рокстеди сейчас погибнет. Да-да-да-да-да, сейчас он погибнет, ребят. Этот делает вертушку Леонардо. Минус Сплинтер. Не, ребят, это не серьезно. Видишь, что делает еще Леонардо? Он усиляет команду. То есть они как там у них братская сила, или как это назвать. Вон, вон, этот еще тут крутит, наяривает. И остается у меня Шреддер плюс Эйприл. Ну, Эйприл у меня не боец, поэтому, естественно, ее сейчас уничтожат. Хоть она и станет у нас. Все, ее разобрали. Ну и Шреддера тоже. Вот так вот, друзья мои. Просто, элементарно и легко они с нами разбираются. Без каких-либо проблем. Я не знаю, как тут быть. Рокстеди вообще здесь как будто вата. И вот так уничтожает моментально. Он ничего не успевает сделать. Плюс вот эта вот броня, которая должна у нас стакаться, она нифига не стакается. Понимаешь? Нафига ты, Шреддер, лезешь на Леонардо? Ну вот зачем ты это делаешь? Вот мне объясни, блин. Нет, он его все-таки хочет нахлобучить, а? У нас уже Эйприл погибла. Все, ребят. Шреддер погиб. Естественно, сейчас будет Сплинтер трупачком. Ну и останется Чингис. А Чингизу здесь одному... Это не вариант, ребят. Просто кромсают. Вот и все. И вот как вот это ты скажешь выкладывать мне, а? Скажи-ка мне на милость. Вот такую серию, где я ничего не смог сделать. А я вроде бы как надеялся на это, что мы здесь выиграем. Ну давай я попробую вот так вот сделать. Убрать, например, Эйприл. А смысл, если я уберу Эйприл и поставлю Биба? Ну попробуем, давай. Глянем. Мне кажется, его сейчас тут моментально разберут. Ты сам видишь, да, что происходит? Мы вообще не на... Все, Бибоп уже, ребят, давно-давно отдыхает, спит. Рокстеди станет, и станет его Микеланджело. Именно он, со своей вертушкой с прыжком. Не, ребят. Тьфу. Вообще нифига. Тут только вот Чингис нормально стоит, но опять же Леонардо его ушатывает. Это просто проигрыш. Их как было четверо, так четверо и осталось. Я даже никого не уничтожил у них, понимаешь? Да. Так что Бибопчиков брать — это вообще не варик. Попробуем так. Ну, Донателло, вы можете уничтожить Донни этого? Нет? Вот он мешается нам очень сильно. Шреддер, ну нафига ты опять Леонардо бьешь? Ну я не понимаю вот этого вот. Не, ребят, это какой-то бред. Чингис у меня промахнулся, он хотел ударить Рафаэля, а тот пролетел мимо, да? Или кто там, Майки пролетел? Ты посмотри, сколько у них брони. У каждого. И я не могу с этим ничего поделать. С одной вертушки уничтожает Рокстеди. Не, Леонардо здесь псих. Самый настоящий.